Всем привет, с вами Стоункрафт, и это... Будем добивать, короче, Ред Роджерс. Да, сколько это займет, но мы будем пытаться пройти этот уровень. Очки, мы вам уговаривали, да, пусть найти очки вообще. Блин, видим побольше. Ну ладно, попробуем пройти игру. Меня напугала эта надпись «Мир один», а оказывается их мир всего один. Зачем писать тогда, что мир один? Ну понятно. Блин. Вот форм, блин. Блин, у меня все еще записи по Blacktail никак не обработались. Radical! Что сделать, я не знаю. Главное быть терпеливым. Почти прошли тот уровень. Блин. Ой, этот уровень прошли, точнее. Почти его прошли. Да блин. Да блин. Да. Дизлайков еще из ниоткуда появилось. Как последнее видео, где по дизлайку одному появилось. Очень странно. Кто-то умышленно, видимо, это ставит. Ну ладно. No, get out. The shop is closed. Take this and leave. Этим могут заниматься только школьники. Умышленно ставить дизлайки — это самое низкое, что может быть на YouTube. One.
Так, секретный кик, да, больше нет. Хорошо. Да, блин. Он пригибаться не умеет, если что. Так. Вот тут опасно, сразу говорю. Надо иметь терпение, блин. Да. Ладно, он потерялся, конечно. Давайте вот так хотя бы. Надо быть очень аккуратным в этой игре. Блин, ай. Это последний кристалл. У меня уже жизни нет почти. Да, блин. Так. Как бы с ритма не сбиться. Ух. Там дверь, да? О, как я сюда попаду? Никак, да? Мне кажется, с другой стороны надо. Holy shit! Oh.
Так. Угу. Блин. Нафиг эти алмазы. Тебя можно собрать. Блин, вот это место, конечно. Ай-яй-яй. Поаккуратнее. Следующий падал собрал. Куда я полетел? Сюда надо, да, полететь, блин. Такое. А что такое? Почему? Чё так долго? Ай! Я не вижу эту часть. Блин. Капец какой-то. Какие долгие уровни в этой игре, конечно. Но их мало на самом деле. Блин, тебе назад возвращаться, что ли? А, так, пой назад. Тут же короткий путь. Блин. Замечательно. Сосредоточен. Кайф сюда. Ага. Блин. Так, вот оружие только было, да? Получается.
Эту часть уровня я уже не играл. Так, а ты там внизу? Непонятно, что там внизу. Так, а тут что? Вот для сосунков, таких как ты, так-то держи. Так, погодите-ка, я посмотрю, стрим идет. Идет. Мне просто интересно, реально. Блин, зачем я оружие использовал? Ну, звука не было. Ладно. Угу, блин. Еще эти. Ну ладно, с пивами я разберусь. Ага. Ну вот на красный я прыгать не хочу. Там чё? Ой, блин, сколько тут всего? Вот, ай, блин. Давайте наверх сходим, все равно. Проверим, чё тут. А, блин, понятно. Блин, опасно. Серьезно опасно. Блин, не могу взять кепку. Ну ладно, пофиг на нее. Так, тут падающие платформы. Все дела. А, тут так. А, вон как. Ага. Three, the magic number. Just one chunk to go. Так, ключ. Блин, там жизнь. Как ее взять? Жизни, да? А, ее надо снизу брать. Ой, сверху брать. Блин, я бы сверху жизнь взял бы, на самом деле. Привет, Человек-паук. Рад тебя видеть. Да нормально пойдет. Блин, а куда мы сейчас ноги-то? В курсе. Вниз?
Блин. Чуть-чуть в озеро не попал, блин, дурак. А, вот да, сюда. Блин, какой долгий уровень, это жопа какая-то. Как все запущено. Послезавтра июнь, ага. Так. Поверху как-то надо, да? Давайте попробуем поверху. Вот так. Э, где так времени-то мало? Э, алло. А что так времени мало? Ну-ка еще раз. Так надо. Вот так, вот так. Так, потом вот сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. Ага. Это жопа. Так. Есть. Фух. Так. Ура. Когда будет Ultimate MK3? Ну вот скоро будет. Игра, конечно, непростая, сразу говорю тебе. Блин. Я не про не про ультимейт, про вот эту. Блин, что делать-то? Блин, а как я сдох? Блин, 3 жизни осталось. Почему я решил ее допройти? Ну потому что осталось-то, блин, маленько.
Блин, а как этого завалить-то? Я как раз помню, как он играл Ultimate старое видео. Ага, понял. Блин. Нафиг эти алмазы. К черту, блин. Я уровень хочу просто пройти. Еще и на 100% проходить. Уровень просто жесть затянутый. Двадцать пять минут я уже прохожу этот уровень. Думайтесь. Конечно, играл. Проходил все части. Я не проходил ремейк. Я хочу попробовать ремейк. Блин. Классно они сделали, конечно, тут. Как же не забыть? Как это я так сделал? Фиг его знает. Ну, ладно. Ой, блин. Это кошмар какой-то. Ага, еще и на время, блин. Ну, обалденно. Реально страшно, я скажу вам. Блин, а как сердечко это взять? Я хочу сердечко взять. Никак, блин. Эх. Блин, если эта штука убьет просто. Она вот так атакует, а мне это не нравится. Как-то... Блин, уйди. Ура. Все, 4 пазла. Блин, враг, да? Ай, блин, враг, точно. Ай, гад. Да гад. Да гад. Хорошо, хоть так можно. Так. Все, наконец-то я прошел этот долбанный уровень. Я его ненавижу. О, походу дверь открыта. Блин, обалдеть, почти полчаса уровень надо проходить. Да нафиг мне уже 100%, блин. Я в краше, блин, за 5-10 минут уровень не прохожу, а эту, блин, за полчаса один. Так, кузнечик 3. Ну, кузнечик — это фигня. Спасибо. И кто-то мне еще дизлайки умудряется ставить? Конечно. Сейчас-то кузнечик пройдем. Да, блин. Но его не обязательно проходить, но я пройду все равно его. Let's rock. Three,
two, one, go! У меня получится, а? Блин, не получилось. Сейчас соберусь. Я после того уровня уже немножко отдышаться хочу, как бы. Да блин, не собрал. Ну ладно, пофиг. Серьезно? Ладно, понял. Туда не надо было прыгать. Three, two, one, go. Кстати, эта игра, как бы сказать, блин, ты умер. От издателей Duke Nukem'а. Кстати, персонаж уже напоминает Duke Nukem'а. Только пацана. Duke Nukem пацан, короче. До того, как он говорил Shake it, baby. Ну вы поняли. О, жизнь. Так, а зачем она мне сейчас нужна? Не знаю. В этом уровне вроде как жизни особо-то и не нужны. Блин. Да блин, я опять не туда полетел. Эх, собираться надо. Смотрю, как они звука проходил этот Mortal Kombat Project. Mortal Kombat Project и я буду проходить. Ну, это не знаю когда, правда. Но будет. Ты умер? Отец, чем мне эта жизнь? За ней бегать. Интересно, жизни тут сохраняться будут, если я их буду собирать в этом кузнечике? Если да, то это будет вообще чит. Ну ладно. Проверять не буду. Блин, а куда? А, вправо. Ладно. Блин, ну кузнечик, в принципе, это на запоминание. Запомнил и прошел. Не запомнил, не прошел. Это проще, чем предыдущий уровень. Намного проще. Главное не лезть в воду и огонь. Все, прошел. Ну как видите, проходится. Я не считаю не пройденным, потому что тот уровень не посчитал бы не пройденным, если бы это, ну то есть, если бы не было вот и заставки победной. Зловещая роща, уровень 9. Спасибо. Him, так, это вроде как последний уровень. This is a boss fight if I ever saw one. Ugh, looks like the old birch got hit with the ugly stick. Well, there's a teacher at school who kind of looks like... Huh? You clearly have a way with the ladies, kid. Let's give her a kiss. With this. Fuck her up! Let's rock! Так, это босс, я так понимаю.
Что он представляет из себя? А, понятно. Кстати, жизни не сохранились. Ай, идите нафиг. Так. Бред. Ага, понятно, жизни еще обнуляются, да, у него. Ну то есть это босс настоящий, да, а не просто так. Ладно, понял я его тактику. Да блин. Стреляем в этот кристалл, короче. Блин, вот это неудобно уже. Это бред, конечно, такого босса делать. Чего? Это что за фигня? Fuck! Ну да, босс. Это за глаз. Что это? Что, серьезно? Так можно? Это было несложно. Так, а что теперь делать? Ну вот это перевертывание экрана, это самое тупое было у босса. И самое сложное. А вот сейчас я не знаю, что делать. Куда-то лезть надо. Это чё? Ну что это за лабиринты пошли? А, во. Во, понял, понял. Корни надо опять этим освобождать от камней. А я теряю корни, так сказать. И улетаю в небо.
Ох, ё-моё, что за... Что это сейчас было? Все, готов, босс, что ли? Все, победа. We did it. Who knows, kid? You might come out of this with a bit of fur on your face after all. Greetings, child, and Dusty. You have come far in your quest, but the game is not yet over. For this artifact is the key to your next world. With it, you must slay the root of this great blight and free our world from the grasp of this powerful corruption. Hold on! Huh? You smoking a wooden pipe? Is she smoking a wooden pipe? Well, it's my ex-husband, for sake. Ugh, that's gross! Just go. Get your out of here. They're not paying me enough. That was so cool! So what's next, Dusty? Just strike a pose and look badass. Here goes nothing. Radical! I can't see anything. What the hell's going on? Oh, the credits. Don't worry, kid. Remember that cartridge you Ну вот, up? Вот That's и все. Странно, почему игру игру такой сделали, я не знаю. Бабушка дерево материлась, да, материлась. Ну вот, теперь мы опять смотрим титры, но уже по-настоящему. Они просто включили их. Ну чё, вывод об игре я могу сделать такой. Ну, не знаю, я не вижу смысла в этой игре. Ну так, поугарать можно. Ну как поугарать, блин, понапрягаться. Это была не максимальная сложность, это была нормальная сложность, вы представляете? Да, фотографии разработчиков. Ух. Блин, босс был вообще легкий на самом деле. По сравнению с предыдущим уровнем, то есть до кузнечика, который там вообще уровень, ужас просто. 3D Realms. Те, кто сделал Duke Nukem. Блин, а как Duke Nukem пройти? Я только Manhattan Project проходил. Fake it, baby, короче. Теперь я с уверенностью могу сказать, что игру прошел. Я думал, блин, здесь не один мир в этой игре, а оказывается всего один. Игра, кстати, собирала на Кикстартере. Ну, если честно, для кикстартерской игры довольно-таки, знаете, ну... Поднадоедает, враги одни и те же. Это, конечно, не очень нравится мне. Некоторые геймплейные решения тоже какие-то бесящие. Детей они тут своих еще показывают. Я не думал, что я ее сразу пройду. Я собрался просто и прошел. Следующая игра будет уже другого жанра. Ну, в общем, игра... Ну, игра, знаете, средненькая вот эта. Блин, это вам не Контра. Это вам не Супер Сайборг.
Вот скоро выйдет Blazing Chrome. Вот это будет интересно посмотреть, что за игра. Потому что она от создателей Onikenna и Odaus. А игры довольно хорошие. Всем нашим чудесным бейкерам. Бейкеры — это те, кто поддерживал. Ахмед какой-то поддерживал. Абдул Хадисит Ахмед. Вот сейчас будут еще те, кто поддерживал вот их фотографии. Кто это за люди? О, черт. Well, these are the people who helped make this game happen. They're the reason we exist. Я бы на месте разработчиков в два раза бы уменьшил уровни и сделал бы побольше миров. Тогда было бы интереснее играть. А когда один мир и в нем уровни по 20-30, по 20-25 минут, это как-то, ну знаете, перебор на мой счет. Блин, в Марио вы видели уровни по 20-25 минут? В Сонике? Нет, конечно. В Сонике, блин, уровни, блин, максимум за 10 минут проходится. Это максимум. И то, не знаю, это черепахой надо быть, чтобы проходить за 10 минут уровень в Сонике. Марио видел? Думаю, еще увидишь. Марио будет когда-нибудь. Я посмотрю. Когда только, не знаю, правда. Марио будет обязательно. Супер Марио Ворлд будет. На SNES. И там уровни по 5-10 минут. Ну а там мир можно заново начинать. Ну ладно, там жизни можно накопить. Хотя надо знать, где еще. Фильм 93-го года я знаю. И я не хочу про него вспоминать. Очень глупый фильм. Мне в детстве он особо не нравился. Когда мне было... Я не помню, когда я его видел. Но мне... Ну, я еще в школу не ходил, когда я его видел, этот мультфильм. Ой, фильм. Как ваше имя? Марио. Ваша фамилия? Марио. А отчество? Марио. Вы Марио, Марио, Марио? Да, я Марио, Марио, Марио. Вот это все, что я помню. Да он какой-то глупый, странный. И он не похож. Он реально не соответствует игре. Такое ощущение, что просто персонажи Марио и все, и больше ничего. Посмотрим, что там за сериал по Ведьмаку сделают. С музыкой на самом деле в этой игре постарались реально. Некрас сейчас в Guacamelee 2 проходит. Я его проходил тоже. У меня есть запись. Я проходил на 100%. Интересно, Некраса это удастся? Мне просто по-любому будет монтажом пользоваться. Я монтажом не пользуюсь. Во-первых, монтажом пользоваться — это время нужно на это. Во-вторых, если ты монтажом пользуешься, то ты нечестно проходишь игру. Ну как бы честно, но неизвестно, как ты прошел игру. То есть я не доверяю монтажу. Некоторые люди вырезают просто моменты такие. Проходят, видимо, их. Можно пройти, например, с щитом момент, потом щит убрать,
и потом запись сделать. Создатели фильма Sonic сказали, что дизайн Соника будет изменен. На самом деле создатели фильма Sonic это... это больные люди. Даже если они изменят Соника, ничего из это не поменяет. Привет, Влад. А мы тут прошли Red Rogers. Да я прошел этот Red Rogers. Уже по-настоящему прошел, а не просто вот титры посмотрел. Блин, я собрался, короче, и прошел. 25 минут один уровень, это кошмар, конечно. Но я вытерпел. Ой, 25 минут. Блин, после смерти, конечно, в конце уровня это... это так ударяет по психике. Дальше будет, конечно. Ты что думаешь? Я думаю, закончил? Нет, конечно. Да, вот, вот как видите, я все прошел. Правда, не на 100%. А геймпад что не работает? Эй, я не хотел включать это. Да я уже играл в это. Я уже играл в это. Уберите. А что не так с геймпадом? Я проходил уже это. Извиняюсь, не то нажал. Да убрать это можно? Заставку уберите. Пожалуйста. Да завалил я уже эту фигню. Я уже проходил это. А, во. Что-то управление как-то ведет себе иногда непонятно. Все, уйдите от меня. Да какой сдаюсь, я уже прошел игру. К черту идите. Главное меню, да? Да я не сдаюсь, я просто прошел уже. Мне проходить больше нечего. Тут головные уборы, правда, не все собрал. Да они и нужны мне, на самом-то деле. Бонусы. Бонус тоже не все. Ну вот смотрим, короче, бонусы. Только домой пришел. На уж. Что-то поздновато ты домой приходишь. Ну, в принципе. Ну ладно. Ладно. С этой игрой все. Игра пройдена. Теперь уж точно игра пройдена. Все-таки я решился ее допройти. Хоть и не видел в этом смысла, но да ладно. Так, всем спасибо, кто смотрел. Отдельное спасибо тем, кто писал в чате. Отдельное спасибо тем, кто будет смотреть в записи. И, ну, и кто смотрел в записи. Ну и не уходите, сейчас будет еще какая-нибудь игра. Правда, жесткого у меня уже места мало. А Plague Tale все еще, блин, не обработался. Ну ладно. Конечно, я сдаюсь, блин. Когда игру прошел.